12 февраля 2013 года, Белгород, европейский турнир 16-леток, финал. Разумеется, Тимур подает на матч. 5-4 ведет третьим сетом. 16-0. С Броуном. На вышке Дмитрий Фошня, судья на линии Трофимов Игорь, оператор Герасимов Сергей. Тройной чемпионшип-бол. Вау! Это для пары он перенес сумку. Сейчас будут пару играть. У Тимура есть шанс сделать дубль. Дмитрий Фошня, your comments. Also, Sim. Я не имею права давать интервью. До свидания. Да, судьи подкачали нынче.